Приехала я в центр города, в Ригу. Иду на митинг. Подхожу уже к памятнику свободы. У меня, конечно, не политический канал, а больше позитивно-развлекательный. Но я сегодня не смогла не прийти, не поддержать людей. О, сколько народа уже пришло. Так, кто-то что-то говорит. По-моему, это голос Шлессерса. Точно, Шлессерс. Bet es nekad neesmu kautrējies arī runāt ar cilvēkiem krievu valodā. Arī par tādu ja kāds šūs ir čās, ka zāk siem ruski izrišņu. Mīdīmē narod! Надеемся, что эта война закончится и что кровь не будет проливаться уже в ближайшее время. Но мы сегодня не в ответе то, что там происходит. Мы единый народ. Все граждане России. Не помешает. Это единственный вариант, потому что наши недруги, враги хотят все время нас ссорить. А я считаю, что мы должны объединиться. Мумсия Пенуя, Мумсия Памья Варовалский. Я Кариньш не откапся с того, как я лайка. Я не так сизвейду. Uzvaru var iegūt tikai ar ticību un spēju apvienoties. Сегодня вы здесь, воины. Вы вышли за тех, кто еще слишком маленький, чтобы себя защищать. За тех, кто сегодня стоит и держится за ваши руки и колени и смотрит на вас с надеждой. Сегодня вы вышли здесь, чтобы защитить тех, кто уже в возрасте и не может этого сделать. Но он защищал нас. Он работал для нас, он строил эту страну, и сегодня они, пенсионеры, ждут защиты. Сегодня вы! Сегодня каждый из вас должен стать щитом, щитом справедливости, щитом смелости, щитом для каждого, кто нуждается. Ваша спина сегодня здесь важна каждому. Родину невозможно любить языком, ее можно любить только сердцем, душой, глазами, взглядом, в каждом сне, когда... Каждый раз, когда ты уезжаешь из любимого дома, из Латвии, в каждом сне ты видишь свой дом, и у него нету языка, у него есть тепло, у него есть ожидание. Здесь твои родные и близкие, здесь твоя бабушка была, здесь твой дед, твои дети, здесь твоя земля и твои корни. Никто, никто! Вы стали настоящим прорывом для нашей страны. Айнар правильно сказал, в прошлом году во время выборов вы абсолютно поменяли игру. Вы дали шанс двум политическим силам, которые способны поменять ситуацию в стране. Поэтому мы сегодня здесь просим у вас поддержки. Ваше присутствие здесь, ваши взгляды, ваши аплодисменты. Это сила нам. Дайте ее. Rainaru Gatavi, dod roku katram valsts ierindim, katram spēcdienesta darbiniekam, kurš ir gatavs pāriet uz tautas pusi, mēs jūs pieņemsim, apdomājot, kad za komentāriju v internete možno получить уголовное дело.
Сегодня мы переживаем время, когда за язык, на котором ты говоришь в публичном месте, можно получить порицание. Сегодня мы живем во время, когда нас, братьев и сестер, детей одной земли, делят левые, правые, правильные, неправильные. Такого быть не должно. Народ и сила все в едином крыле. Парламента. Mums nav kauns pārstāvēt jūs, jo mēs to darām no sirds, mēs to darām drosmīgi. Un esam nas mnogo, mi ustali, i mi būdim mēnāt etu stranu, потому что mi imējam na eto polnoje pravo. Mi imējam pravo na sobstvenuju žizn. Нам будет не страшно призвать каждого из вас подписаться за распуск парламента. Этот экзамен мы готовы проходить каждый раз снова и снова. Потому что люди, которые работают в правительстве, должны запомнить. Jūs esat tautas kalpi. Mēs maksājam jums algu. Un jums jāstrādā, ka mēs teiksim. Сегодня каждая капля вашего терпения вливается в реку, создает море. И поверьте мне, сегодня здесь за последние годы собрался самый большой протест в истории Латвии. Сегодня здесь, со времени независимости, люди устали, вышли и показывают, что хватит Левиц, хватит Каринш, хватит с нас терпеть. Хватит! Хватит! Сегодня страна находит деньги на все, что угодно, но не дает деньги больным раком, не дает деньги детям на повышение пособий, наплевательски относится к пенсионерам. Сегодня здесь мы четко понимаем, что они делают бизнес, а не политику. Они уже давно не политики, они инкассаторы. И здесь мы даем начало главному движению. Каринш должен уйти. И если... если он не в состоянии... Уходи! 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 Не одну схему, как раньше. Остановили закупку с 200 миллионами на армию, и остальные закупки встанут. Сегодня здесь для наших команд главная плата – это ваши взгляды, ваша благодарность, ваши руки и ваша поддержка. С сегодняшнего дня мы меняем в политике абсолютно все. С сегодняшнего дня в политику должны идти только те люди, которые хотят получать и делать результат. И это важно. Поэтому сегодня мы пойдем все вместе, как сказал Айнар. Дальше. Я вас очень прошу, не оставляйте нас. Давайте свою поддержку. И я вам гарантирую, никто вас не подведет. Šis ir tautas pasākums. Man ir lūgums nodrošināt iespēju mums iet uz esplanādi. Mēs iesim vienoti, bet, protams, būs problēma ar transportu. Tā kā lūdzu apstādināt transportu. Un pašos beigās, pirms mēs ejam, mēs kopā noziedāsim himnu. Latvija! 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 Латвия!
спасибо. Давайте сейчас на хоккей там поговорим. Давайте быстро там. Там на эспланаду с хоккеем сейчас идем. Мы должны идти. Алекс, а я им отрак, пацаны. Мы обещали. Погоди, я сатую, но я смог я есть. Айна разберет. Эй, мэм. Спасибо вам огромное. Сперва надо влад. Балдец. Эй, им хоккей, Полиция перекрыла всю дорогу специально, чтобы весь народ шел смотреть хоккей. Смотрите, как перекрыли дорогу, чтобы люди шли на хоккей. Молодец.
все митингующие пошли смотреть хоккей. Здорово. В общем, сегодня в Риге у нас столько мероприятий. И хоккей, и митинг. Полиции много. И Латвию, Муздарго, Тевию, Светие Латвию, а Светие Туа, Вес Светие Латвию, Муздарго.